Браво, браво, браво. Браво, браво. Очень здорово. Я думаю, что самое главное, вот для чего мы вообще сделали вот такую встречу, да, почему именно живой инструмент сегодня. Мне очень хочется, чтобы наши телезрители понимали, что современная музыка даже может звучать с отголосками истории. Она действительно может быть по-разному. И самое главное, что в этом действительно заложен определенный смысл. Не только это делается для шоу, не только это делается для эффектов, а сделается именно для того, чтобы современный слушатель мог соприкоснуться с историей и действительно с культурным наследием всего мира. Вот. И у нас, я думаю, что Вардан Арутюнян порадовал всех абсолютно сегодня таким вот необычным и, на самом деле, удивительным звучанием. Это было неожиданно, да, но приятно. Красиво. Спасибо. Это было очень красиво. Вот. Может быть, у вас есть какие-то вопросы еще вот к нам по касательно сегодняшнего эфира? Когда вы к нам придете вновь? А мы не будем уходить? Главный вопрос. То есть будет все новое меняться, да, сейчас в эфире, а мы будем все по-прежнему здесь. Ну что ж, спасибо. Мы вернемся про русский инструмент. Обязательно. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Напомним, в гостях у нас был Вардан Арутюнян и Евгений Григорович, композитор-мультиинструменталист. Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами были. На этом наша программа подошла к концу.